Сегодня дан старт новому 151-му сезону навигации на Енисее. В этом году из-за теплой погоды она началась на полторы недели раньше обычного. Накануне на север региона отправились первые грузовые суда. Сегодня утром в рейс вышел и первый пассажирский теплоход Михаил Гаденко. В общей сложности по реке будут курсировать более 30 пассажирских судов. За сезон они смогут перевезти порядка 400 тысяч пассажиров. Более 5 миллионов тонн груза планируют доставить в Увинки и на Таймыр. Для этого речники задействуют более 500 барж и теплоходов. У нас только Енисей сейчас готов к судоходству до Енисейска, по сути, до Ангары. Вчера только Ангара прошла. То есть у нас для того, чтобы каждая минута сейчас дорога. Почему? Ловим воду на Тунгуске на одной, потом на другой, на Нижней и на Подкаменной. Сейчас грузы пойдут в первую очередь на Байкит. Только вода пойдет ориентировочно числа 10 мая. И там буквально будет у нас запас 20 дней для того, чтобы пройти. Ну, в этом году навигация по всем показателям и приметам, я думаю, что будет нормальная. Водохранилище, уровень воды выше многолетних. И думаю, что вода, водохранилище будет, что способствует будет нормальной работе всего флота на Енисее.